Добрый день, дорогие друзья! Давно меня не было на моем канале, давно я не делал каких-либо видео, и тут вот как бы Новый год наступает, и Wargaming решил тут подарки разные дарить. Ну и как бы им подарки тоже нужно дарить порой, да? Новый год, как бы Wargaming больше всего подарков получает, а не наоборот. То есть нам они какой-нибудь там премтанчик 2-3 уровня подарят, а мы им, скажем так, свои кровные денежки отправляем, чтобы получить вот эти самые коробочки. Так, я купил 20 больших коробок, и у меня есть еще, плюс ко всему, малые коробки. И хочу, скажем так, все это вот открыть, посмотреть, что у меня выпадет. Надеюсь, мне выпадет один из двух прем-танков за эти 20 коробок. Желательно, чтобы оба выпали, конечно. Но я надеюсь, что хоть один из них выпадет, либо 75 ТС, либо двухстволка. Вот. Так, с чего начнем? Давайте вначале малые коробки пооткрываем. Вот так, по-быстрому, по пятерке буду открывать малые коробки. Посмотрим, что... Ох ты, 5 уровень выпал даже. Просто я сыграл 2 боя, у меня 18 коробочек сразу открылось. 4 уровень тоже неплохо. Именно очень здорово, когда 5 уровень выпадает, потому что они самые дорогие для крафта. Ну и 4 тоже, в принципе, очень хорошо, когда выпадает. Вот 4. И осталось 3. И мы перейдем к большим коробкам. Именно благодаря... Именно из-за этого, наверное, вы будете смотреть данное видео в основном. Что же выпадет в данных коробках? Изначально я планировал купить 45 коробок. Но у меня все-таки жаба задушила, и я такой думаю, нахрена мне столько? Я все равно как бы игру особо не играю. Я отключил Ростелеком, тариф игровой отключил. Отвязался уже от карты Альфа-банка, то есть все, уже у меня нет ничего привязанного к игре. Вот, у меня обычно кэшбэк-карта теперь Альфа-банка, и у меня теперь самый дешевый тариф от Ростелеком стоит. Вот, а прям дней-то дохренища, вот смотрите сколько, 104 дня, уже уменьшается теперь с каждым днем. Ну, говоря вот сейчас этим коробкам, у меня опять прям дней появится золото, ну, если вдруг я захочу поиграть, у меня есть золото, вот. Ну что, начнем, буду... По одной коробочке открывать. Будем надеяться, что что-то выпадет. Купил я советский Новый год. Ну, начали. С первой коробочки. Нет, здесь ничего интересного нет. Когда выпадает что-то интересное, такой синий, голубой этот, как сказать? Не могу описать, что это такое. Блески, либо что это такое, который вот взрывается. Оно синее такое, голубое. Так, 250 голды сверху упало. Нет, видите, тоже ничего нету. Один день прямо аккаунт. Да. Ладно. Тоже ничего нету. 100 тысяч серебра, охренеть. За один бой можно 100 тысяч серебра сделать. Тоже ничего нету. 250 голды. Что-то в этом году, вот честно, в этом году что-то прям очень жопно по тому, что сколько Wargaming дает за своих коробок. Сейчас очень как-то вот как-то пусто, а не густо, как раньше. Вот, что-то выпало. Блин, это стиль. Видели, да, был это голубой оттенок такой. Дымка, голубая дымка. Ну, у меня этого 105-го даже нету, у меня 1390. Нужен ли стоит этот 105-й или нет? Продолжить. Блин. С 5 коробок, получается, 5 коробок открыл, один стиль выпал.
Мне нужен прям танк. Если у меня... Опять здесь ничего нету. Если у меня не выпадет ничего с этих 20 коробок, то есть ни один из двух прям танков, которые я желаю, да? Я... Почему я, к примеру, желаю еще в какой степени? У меня сейчас неделя отпуска. Купил 20 коробочек. То есть у меня будет какой-то процент к фарму серебра. И я собираюсь как бы эту неделю пофармить серебро. Поиграть в удовольствие. Пофармить серебро. Вот. Если у меня не получится вытащить, получается, один из двух прям танков. Потому что 130 ПМ у меня есть. Проджета у меня есть. То я просто за 100 рубчиков куплю пакет Twitch Prime, и там будет 3 премтанка. Самое главное, какой есть вот на декабрь премтанк, это Т-54 первый образец, на котором выйду в рандом и буду на нем играть, фармить. Он дается на 2 недели, поэтому, ребят, ссылка в описании на Twitch Prime. Вы переходите по ссылке, покупаете аккаунт Twitch Prime, привязываете. У меня даже будет ссылка, как все это сделать. То есть у меня есть уже видео на этот счет, как с Twitch Prime. Поэтому, ребят, по ссылке переходите. 100 рублей всего лишь стоит, зато вы получите 3 прям танка на 2 недели. Там один день прям аккаунта. Там еще стиль Twitch Prime. Короче, там много чего интересного. Поэтому подключайтесь к Twitch Prime. Вот если у меня не выпадет ничего, я Twitch Prime просто подключу. И... буду играть именно на Т-54 первый образец, если мне не выпадет один из двух премтанков. Опять ничего нету. Пусто. 100 тысяч серебра, которые за один бой, блин, можно нафармить. О! О, ну, что выпало? Стиль. Кстати, я не обратил внимания, когда выпал стиль на 105-го, выпал какой-то прям танк. Видимо, низкий уровень, я просто не обратил на это внимания. Сейчас просто заметил, что танк не стоял, когда выпал именно вот ЯКПЗ. У меня его тоже нету. У меня вроде как только восьмерка открыта, ЯКПантера вторая. То есть у меня даже ЯКТигр девятый, там далеко до него. Поэтому как бы у меня нет... стремление к ЯКПЗ-Е100. Скажем так. Осталось 12 коробочек. Пусто. Ничего нет. 3 дня према. Круто. Опять пусто. Уже 10 коробочек. За 10 коробочек 2 стиля выпало. Хотя я жду как бы прям танк. Пусто. Похоже, действительно. Twitch Prime подключил. Здесь реально просто пусто. Ничего, видимо, мне за 20 коробок не выпадет. В Wargaming, конечно, куча всякого мусора напихал. То есть куча стилей напихал, которые как бы многим игрокам не нужны, эти стили. Напихал кучу всяких низкопремиумных танков. Вот. И из этого получается, что очень сильно процент просел на получение именно прям танка нужного. Из-за этого нужно прям очень-очень много коробок купить, вдонатить Wargaming в подарок, чтобы тебе что-то выпало. Опять 3 дня прям аккаунта. Они мне просто так будут сгорать после Нового года. Давай откроем следующий. И что тут? 100 тысяч серебра. 7 коробок осталось. Опять пусто. 100 тысяч серебра. Блин, нахрена вы мне это серебро 100 тысяч? Хотя 500 тысяч, миллион дайте. Это 100 тысяч за один бой можно сделать. Опять пусто. Один день прям аккаунта. 5 коробочек осталось. 5 коробок. 5 осталось. О, ну, пожалуйста, выпади не стиль, не стиль, танк, какой-то танк выпал. Но если показывать 140-го,
Если показывать 100 строков, значит, только стиль нормальный из этих. Смотрите, здесь какое есть преимущество. Вот эта вот херня закрывает комбашенку левую. Вот, то есть какое-то небольшое дает выживаемость 140. Такое небольшое. Милиписенькое по процентному соотношению. Но дает. Со Старком у меня есть в ангаре, да. Ну, на нем особо не играю. Вообще не играю, можно сказать. А что за примтанк ты мне выпал? Секстан, третий уровень, арта. 92 пробития в него. Смотрите. Это кумбуль или что там, 92, или ББшка. На третьем уровне, да, блин, будешь ваншотить танки. 4 осталось. 3 стиля гребных выпало, которые нахрен не нужны. Эх. Ничего не выпало. 3 коробочки осталось. Во! Прям танк. Пожалуйста, не нужен стиль. Не надо стиля. Не надо стиля. Нахрена мне этот стиль? Четвертый стиль выпал. Четвертый. Как бы выпадает, конечно, очень часто, да? Ну нахрена мне этот стиль, блин? Да, у меня в ангаре есть ЕСТО, но я не хочу на нем играть. Нахрена он нужен, блин? Этот ЕСТОй в рандоме. Стиль-то говно. Блин, 2 коробочки осталось. Все впустую. Смотрите, какая пушка здесь стоит. Да. Нормальную пушку поставили. Че они вот эту пушку сюда нарисовали? 2 коробочки осталось. 4 стиля выпало с 20 коробок. Что мне еще не выпало? Сколько там? 5 стилей или 6 стилей? Что еще не выпало из всего этого? Какой еще есть стиль? А! 430U не выпал. Во! 430U еще можно было. Ладно, типа 430U можно. Но он не выпал. 430U. Остальное все выпало. Сколько всего? 5 стилей или 6 стилей на этот Новый год? В прошлом Новый год было 4 стиля. Сейчас они увеличили количество стилей. Вот у меня 4 выпало. Еще 430U есть. Может, еще что-то есть? Ну, блин. Эти стили просто нафиг не нужны. Давай. Пусто. Пусто. 250 голды сверху упало. Ну что, последняя коробка осталась? Последняя коробочка. Пусто. Спасибо, Wargaming. Красавчики, могете. Я, получается, за три года открыл уже более 60 коробок. За 3 года более 60 коробок я открыл. Где-то 65-70. Потому что я 5 коробок покупал, по одной что-то там, одну даже брал что-то такое. Получается, где-то около 70 коробок я открыл за 3 года. И мне за 3 года с 70 коробок не выпал ни один прям танк 8 уровня. Ни один прям танк 8 уровня мне не выпал. За 3 года 70 коробок. Красавцы, Wargaming. Красавцы. Так точно. Купить коробки, да, еще написано? Угу. Сейчас, разбежался. Ну что ж, ребят, как бы я подключу Twitch Prime. Буду играть DTPS4 первый образец. Потому что Wargaming мне в итоге подарок не сделал. Поэтому, если у вас как бы голяк, и вам подарки не пришли, ну, желанные, то подключайте Twitch Prime. Ссылка в описании. Поэтому, ребят. Так вот. А пока что можете, конечно, уже не смотреть это видео. Я пока что видео продолжу. Буду наряжать елочку. Увеличивать праздник. Все-таки у меня уже куча появилась 5 уровней. Ну, как куча. Вот от них и те же насыпало. Что, разумеется, плохо.
Когда одни и те же сыпят. Седьмой уровень праздника. Атмосфера праздника. Так, точно. Это пятый, уже не надо ничего не трогать. Вот, вот смотрите, вот это тройка, двойка. А вот же есть. Ну-ка, здесь есть? Есть. А вот тут и есть. Пятого нету. Четвертого только есть. То есть получается, у меня только один, да, здесь остался. Ну и вот еще. Здесь тоже нету. Два осталось четвертого уровня. Перейдем к застолью. Четвертый уровень. Так. Восьмой уровень. Что-то он немножко затормозил, не сразу открылся. И Снегурку надо выбрать. Выбираем Снегурку следующую. Давайте по порядку. Как они нам там показывают, так и будем выбирать. Угу. Почему это здесь светится? То, что типа что-то новое выпало, поэтому светится. Так, это тоже просто так нажму. О, домик. А, пускай вот этот домик будет. Так, что тут? Экипаж генерала Мороза. Здесь, видимо, ничего нету. Здесь что есть? Четвертый уровень есть. И дворик теперь. Что тут? Близко нет? Нет. 20 еще. Еще 20, это до хрена. А, нет, смотрите-ка. Не так уж до хрена. С 3 на 5 поменял. И все, сразу 9 уровень праздника стал. Ну, до 10 в итоге я не дотянул. Потому что все как бы. Кончилось все. 10 уровня нету. А здесь 90. 90 это приблизительно сколько надо? Где-то 4-5 нужно украшение 5 уровня. А сколько мне вообще осталось 5 уровней добавить? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот как раз 5. Как раз вот 5 надо добавить 5 уровней. Покрафтить нужные 5 уровни. Чтобы сделать уже 10-й атмосферу праздника. Десять тысяч голды. То есть у меня было 3,5 где-то вот 7 тысяч голды. С 20 коробок мне вот 7 тысяч голды стало. То есть за 20 коробок это по факту там 1800 рублей. За 1800 рублей можно прям танк 8 уровня купить. А мне выпало 7 тысяч голды. За 7 тысяч голды прям танк 8 уровня не купишь. Нужно 7200 минимум, чтобы купить прям танк 8 уровня. Именно вот через исследование, если говорить. Вот 7400 этот стоит. Что тут есть? Вот Т-51 розет стоит дорого. 7300 Пантера 8.8, которая нафиг никому не нужна. Среди американцев что есть тут? Нету ничего. CDC и CDC 7450. Револьвер вот стоит дешево. Сколько он стоит в голде? 7200, видимо. Где-то 7200 он стоит. Но он у меня есть в ангаре уже. 4202 как будто стоит тоже недорого. Но он у меня уже есть. Здесь нету ничего. Здесь... Вот, Паттон 7200 стоит. То есть по факту я за голду могу какой-то прям танк купить.
Но они мне просто нафиг не нужны. И ставь вот этот. На Стерве не хватает. Но на Стерве я уже поиграл. Он мне не особо понравился. Ну и все. Покупать особо нечего. Синхронизация магазина какая-то. Что у меня? Какой-то подарок, что ли, хотят подарить? Почему у меня? С магазином. А, время 11 часов. Время 11 часов. Из-за того, что время 11 часов. Обновление, видите, X5 все пропало. X2 стало. Да. $17.6% бонус кредитом. Что еще можно здесь сделать из интересного? Это поразбивать и сделать эти большие подарки. Это дает также плюс 20.5%. То есть можно сделать плюс 10%. Давайте я его и сделаю. Осколки. Я особо не смотрю, какие там у меня есть. Я просто все разобью и все. А мне даже этого не хватит. Слишком мало. Слишком мало. Коллайдер. Так. Что мне в коллайдере надо? Мне нужно большое украшение. Так. 150 сейчас стоит большое украшение. Ну, погнали. Ага, вот оно, 3. То есть оно будет выпадать, одна из них будет выпадать. Просто оно становится дороже. Уже 1500. Следующее украшение. Создаем. Теперь уже 3000 стоит. А у меня осталось 6300. То есть у меня сейчас вот еще на один украшение хватает. И все. На следующее украшение, которое умножится на 2, 6000, скорее всего, будет следующее стоить. У меня уже не хватает. Да? Все правильно. Ну, 5000 стоит, не 6000. Подешевле, не в два раза увеличили. Но осколков у меня уже нет. Добавим сюда. И это привело к чему? У меня теперь будет 25% к фарму серебра. Ну все, я подключаю Twitch Prime. И буду играть на Twitch Prime. Кстати, смотрите, серебра сколько накапало. Не так уж и много. Мало, бы сказал, очень мало. Но он мне не нужен по факту. Лучше бы реально голда бы падала. Даже прям дни мне нафиг не нужны. Уж лучше бы голда падала. Я сам готов конвертировать эти прибни в голду. Я столько все равно играть не буду. Я все равно, у меня дни просираются. Лучше бы я бы конвертировал все в голду и сам бы по 250 голды, когда буду играть, в прибни переводил. Ну все. Такая вот атмосфера праздника получилась не очень. С Новым годом, с наступающим. Теперь я буду стримить на Т-54 первый образец. Кстати, сколько стоит вот этот за голду? Так, сколько ты стоишь за голду? 9700, то есть мне хватает по факту, чтобы его купить за голду. Но я не хочу его брать за голду. Крутить нельзя, что ли? А, вот, крутится что-то. Нужно нажимать, чтобы оно крутилось. Вот этот у меня есть прем-танк. Вот этот прем-танк,
как бы вроде неплохой, но, ну так, средний, скажем так. У него пробитие не очень хорошее. У меня не было желания. Вот этот прям так я считаю хорошим. Он давался как раз по Twitch Prime на 2 недели. Я на нем играл. Мне он очень понравился, зашел. Единственная проблема, пробитие у него слабенькое. А так он мне прям очень сильно понравился. По среднему урону у меня на нем самый высокий среди восьмерок. Ну, прям танк восьмерок даже. Это у меня есть, он не очень уже актуален, потерялся по нему. Этого у меня нет. Но пробить у него ББшка слабая. Этого у меня нету. Этот танк у меня есть. Хорош, очень хорош у меня. Он на втором месте по среднему урону, то есть после вот того тяжа поляка, он у меня на втором месте по среднему урону. Очень хорош, кстати говоря, Центурион 5А. Это рак, скорее всего, да? Хороший прям танк. Но по урону как бы не можешь на нем прям так много делать. Все-таки картонный, быстро погибает, если вдруг засветится. Хороший прям танк. Ну, как бы хороший, скорость полета хорошая, но тяжело реализовать. Тоже такой картонный. Кого еще можно так отметить? Ну, не знаю. Не знаю, ничего не могу сказать про это. Прям там нету его в ангаре. Техника. Так, как-то можно отфильтровать по прям танкам? Нет, похоже. Нельзя по прям танкам. Прям танки, вот восьмерки. На защитнике, смотрите, 2-100. Типа является самый такой имбовый. Но у меня на нем 2-100. Из 5, ну это вообще говно. Говно танк. У него стабилизация просто говнище. У него и стабилизация хуже, чем у ИСа 6. Из 6 он по среднему урону такой же, как и с 5. Но у меня, правда, на нем статистика была очень сильно испорчена. Потому что первый прям танк у меня из 6, 8 уровня. И я его как бы еще улучшил. Но по игре из 6 намного комфортнее, чем из 5. Ростелеком, у меня что-то на нем не пошло. По процентам побед и так далее. Видимо, я как-то слишком играл агрессивно. Потому что я на нем в основном играл на каких-то соревнованиях от Ростелекома. Просто так на нем в рандоме не играл. 110 боев и 2К среднего. Слабенько. Но я сам как бы пытался играть на острие, чтобы светить, дамажить и так далее. Процент побед такой. Не крыса, скажем так, на нем особо. 2 боя здесь как бы не показатель. Су 30 ПМ. 2365. Он очень хороший. На мой взгляд, Су 130 ПМ лучше, чем Скорпион. Офигенный он. Потому что у него незаметность лучше, альфа выше, пробитие огонь. Лев. Лев. Ну, нужно опять же учитывать, что он до вас когда-то на 3 дня бесплатно. И у меня на нем статистика именно в этот период была очень сильно испорчена. И по проценту побед, и по среднему урону у меня была просто в говнище. И когда я его получил в аренду на 2 недели, да, на 2 недели вроде в аренду я его получил, я на нем сыграл, я намного сильно улучшил средний урон и процент побед до 50 поднял. Вот. У меня на самом деле средний урон был более 2000, я не помню сколько точно, но более 2000 было среднего урона, когда второй раз на нем играл. Велосипед этот. Не очень хороший прям танк, очень тяжело на нем играть. Его очень легко пробивает. Пока тебя пробивают, ты как-то еще стреляешь. На нем показывать хорошие как бы показатели тяжело. Муц мне не понравился. Его, правда, после этого апнули, но он мне, когда я на нем играл, не понравился. Не понравился просто. Вообще никак. Средний урон об этом говорит, потому что он картонный, не особо прям быстрый. Пушка была просто максимально некомфорт. У него была очень плохая стабилизация, чтобы как-то стрелять. Сейчас ему альфу увеличили, улучшили чуть стабилизацию. Ну, как-то памяти все еще осталось, что на нем мне было некомфортно играть. А хорошая ЛТ.
Но актуальность он потерял. Он не может сейчас играть на 8 уровне именно как ЛТ в чистом виде, потому что у него самая худшая маскировка на уровне. Да, у него высокий обзор 400, но самая худшая маскировка. За счет этого он не может конкурировать с другими ЛТ, с французскими или там, или советскими ЛТ. Вот, при этом он большой, как сарай, в него легко попадать. Актуальность он уже свою потерял. Раньше он был прям мега актуален, пока не появились прям танки, другие, более имбовые на всем уровне. Особенно был более актуален, когда все понерфили, когда ЛТшек переводили на 10 уровень, все понерфили, а его не нерфили. Именно в этот период он был максимально имбовый среди ЛТ. Скорпион Г 2100. Он, повторюсь, хуже, чем Су-130ПМ. На нем у меня больше всего боев. Если я отфильтрую, у меня на нем боев больше всего. На нем очень много играл когда-то. Это было сыграно давным-давно, когда на 3 дня давали. Я 2 боя только сыграл и все. Не очень, скажем так. Не очень. Супер-пешек сейчас хорош. У меня на нем 3 отметки. Он хорош. Действительно, его еще апнули. У него и пробитие теперь хорошее, 212 на ББ. Он действительно хорош. У него подкалиберы имеют сумасшедшее пробитие. Он хорош. Пилот не очень, хотя процент побед высокий, но он не очень. Вот. Он более комфортный, конечно, по стрельбе, но у него пробитие, опять же, проблема. ББшками, базовым снарядом. Голдой только стрелять, если. Вот. Но тогда ты не будешь фармить. Я его как бы на одном уровне могу с Муцем поставить. Ну, максимально такие некомфортные. Потому что он ничем не танкует. Он не особо быстрый. Из-за этого как бы проблемы возникают. Ну, это даже рассматривать не стоит. Это за реферальную программу когда-то давалась. До вот этой новой реферальной программы 2.0. Вот, я его получил. Он не фармит, это просто акционный танк. Поэтому смысла его смотреть нет. Стадиус 2. Боев мало, но видите, уже светит намного лучше. 1200 за 12 боев. Статистика маленькая, но урон на нем получается чуть хуже делать, потому что альфа меньше. Не зато под калибер быстро летят. Но светить на нем уже получается намного лучше, чем на вот этом ГЭФе 247 и 1252. Ну, разница действительно огромная по свету. Боев мало, правда. ТС-5. Боев мало. Ах ты, ничего себе, смотрите, какой у меня результат за 10 боев показал. 2750. Охренеть. Охренеть. Видимо, как у меня какие-то бои были прям очень хорошие. Но статистика маленькая, я не верю, что он боев сыграв 100-200, у меня такой будет средний урон на нем. Не верю. Потому что у меня есть Т28, на котором у меня, видите, 2 стоп почти. Они приблизительно одинаковые. Так. ФЦМ. Кстати, говорил, что у меня Скорпион больше всего боев. 439. Нет, у меня ФЦМ больше всего боев. 466. Просто у меня Скорпион в какой-то момент был самым первым. Потом я, видимо, на ФЦМ еще поиграл и сделал больше боев. Как бы он сейчас хороший ДПМ, но большой картонный. Вот. На нем только крысить. Только крысить. Но он тяжелый танк. И тебе будет все время баланс с тяжелыми танками. Это раньше была проблема, когда он был льготный. Когда ты, как льготный танк, попадал в топ против шестерок. И против тебя баланс, например, там, не знаю, и со третьего или со шестого. А ты воевать не шел на позицию ТТ. Ты ехал, скажем так, воевать в другом месте, крысить и так далее. И получается, из шестой или из третьей просто ломал все кабины этим шестеркам, семеркам на одном фланге. Вот, и все как бы. Это чаще всего заканчивалось тем, что ты проигрывал, потому что ты не ездил на направлении тяжелых танков, потому что ты не тяжелый танк по факту. Это раньше была проблема, потому что его все время балансили с тяжелым танком. Но это сейчас, видимо, проблема есть. Но я на нем уже давно не играл. Но на нем можно неплохо фармить, настреливать. У него очень дешевые снаряды. Дальше. Очень хороший прям танк. Само СМ. 2473 среднего урона. Очень хорош.
На нем фармить в удовольствие можно. Но он медленный. Нужно понимать, что он медленный. А мы с М4-49. Он сумасшедший, бомбически хорошо фармит. Он меня очень сильно запомнился тем, что он меня фармил больше всего. То есть я за... за 10 боев, у меня есть это видео на канале, где я за 10 боев нафармил 1 300 000. 1 300 000 за 10 боев. То есть 130 тысяч с третьим. С боя вывозил чистого. То есть это было прям вау. А он меня реально фармил больше всего. Когда после него я пересел на Скорпион играть, играл много на Скорпионе, и понимал, что Скорпион столько просто не вывозит. Скорпион вывозит где-то за 10 боев 1 000 000, ну где-то 1 000 000 вывозит. Бывает даже хуже, чем 1 000 000 вывозит, потому что у него снаряды дорогие, ты можешь там с дистанции не попадать. Ты как бы сам себе не светишь, ты стреляешь по чужому засвету на Скорпионе. А мы с М4-49, ты едешь в лоб, дерешься в лоб, ставишь на каток, там, светишь перед собой, по своему свету стреляешь и так далее. То есть на нем у меня, несмотря на низкий средний урон, он фармил больше всего. Потому что на самой СМ ты тоже не всегда едешь на какие-то такие позиции драться в лоб. Потому что ты больше пытаешься крысить за счет барабана. Ты же не можешь убежать после того, как барабан раздал. Далее. Револьвер мне не особо понравился. 2К среднего урона. Не понравился, потому что у него пробитие слабенькое. Быстрая скорость полета снаряда, но он большой, картонный. Из-за этого как быстро погибает. Лоррейн. 2К среднего. Они как-то прям с револьвером похожи по среднему урону. И по процент побед. Я на нем сыграл не так уж много боев. Не знаю, почему-то он мне не так сильно понравился после самой СМ. То есть самой СМ мне понравился больше. Он, во-первых, раздает быстрее, лучше стабилизация у самой СМ. Больше... пуль барабаним на один снаряд. Заряжается приблизительно в то же время, что и Лоррейн. Вот. То есть выдавать сама может больше за раз. Лоррейн больше такой крыса, скажем так, чем сам. Само сам еще как-то может там в лоб подраться, он что-то еще может танкануть. Лоррейн меньше хп, танкануть не может. Меньше выдает с барабана. То есть, как бы, на самом ты можешь выйти и убить, условно говоря, и со третьего. На Лоррейне ты такого не можешь себе позволить. Ну, слишком здесь мало боев, но, видите, опять же, светит до хренища. Кстати, Бачатова сейчас еще открою. Вот, ЛТшка тоже 1100. Это именно сравнение с Бульдогом ГФ, что эти танки светят лучше. Кайр Нормон Ах. За счет низкой альфы на нем не получается много дамажить. Это есть его проблема. Вот этот ФВ-4202 мне в рандоме понравился, только в рандоме. То есть в ЛФ, например, линии фронта, он как-то не особо заходит, потому что у него ДПМа не хватает. И нет такой прям уж скорости. Но он может что-то танковать. Это есть в нем такое, да. Но он больше мне понравился, зашел в рандоме. Высокий процент побед, но средний урон так себе. Да. Хотя у меня был средний урон повыше, 2+, 2000+, но потом уменьшился с появлением все новых прем танков. Центурион 5.1. Он мне очень зашел. Я его убрал от Twitch Prime на 2 недели. Он мне действительно очень зашел. 2200 средний урон. У него такая же альфа, такое же пробитие, как у 4202. Больше ДПМ, то есть у ДПМ 4202 нету, а ДПМ Сатурион 5.1 есть, при этом башня крепче. Если башня 4202 можно пробивать, у него там 200, 220 приблизительно броня, у Сатурион 250 башня. Он, конечно, более громоздкий, но от башни на нем можно намного лучше отковать. Я это не раз делал. Вот, как бы, и урон показывает это, что я могу и светить, видите, сет 551, что я здесь мог и светить, и стрелять, за счет того, что башня более крепкая.
Он мне действительно понравился, и процент побед высокий. Но я сыграл на нем очень мало. То есть на 2 недели я его взял по Twitch Prime, но у меня было слишком мало времени. Я, видимо, только вот пару выходных только сыграл, 27 боев и все. Но он мне действительно понравился. Простите. Химеру в расчет не берем. 2 боя всего лишь. Дальше. ВЗ 2200, средний урон 2245. Хороший прям там. Незаметный. Пробитие. Все замечательно. Даже может ехать вперед, воевать. Танковать даже может. Все замечательно, конечно. Но не совсем комфортно на нем стрелять за счет того, что у него очень плохая стабилизация. Из-за того, что у него все-таки нет башни. Он мне за счет этого как бы не нравится. Хотя результат на нем показал хороший. Дальше мой любимец. Я считаю его танком 8,5 уровня. Но его главное пробитие это... Главная проблема это пробитие. Слабое пробитие. 2500. За 102 боя. 66% побед. Это прям танк с самым высоким средним уроном. У меня среди вообще танка 8 уровня и прям танка 8 уровня. На втором месте, повторюсь, у меня идет самой СМ. Вот. Как бы он мне очень зашел. СТРВ также брал на 2 недели по Twitch Prime. 90 боев, 64% побед. Но он мне как-то очень быстро надоел. Вот прям очень быстро он мне надоел. Мне прям геймплей это прям так не впечатлял. Хотя высокий процент побед 64. Для крысы это очень много. 64% побед. Но он мне просто как-то не нравился. Я пытался там все время играть еще все равно более агрессивно. Не только там на базе в кустах стоять. Вот, и частенько бывало и погибал за счет того, что там играл неправильно, возможно, для него. Но просто побед высокий, тащил бои, 5900 как будто бы накидал. 2К. Ну, фармит хорошо, пробивает все, но кайфа я от него никакого не получил. Вы понимаете, есть танки, которые ты получаешь кайф, вот как вот этот 50 ТП прототип, как Центурион 5.1 кайф ты мог получить. Как на... Пускай даже Амикс еще какой-то кайф дает. Само СМ кайф какой-то дает. Тедиус 2 может давать кайф. Супер Пешек тоже может кайф давать от игры. Скорпион кому-то, ну, мне уже не дает. Что еще? Лев как бы комфортный, но кайфа не дает, потому что он медленный. Су 30 ПМ офигенно. То есть иногда я выкатываю просто так. На этом танке, потому что он как-то тебе дает кайф в том плане, что ты вот можешь дать альфу. На 432-м что-то когда я не особо играю, 2 боя всего лишь. Как его вот взял. Ну, как-то хочется на нем просто сыграть максимально качественно. То есть взять его и играть долго-долго, чтобы там отметки делать и так далее. Поэтому, видимо, не беру. Защитник кайфа прям такого не дает. И 6-й не дает. Так, ИС-2 расчет не берем. Старый танк, Е-25 расчет не берем, старый танк. О, вот, смотрите. От Twitch Prime, King Tiger. 1700 среднего урона. 64% побед за 33 боя. У него нет брони. Я могу это заявлять, что у него нет брони. Его очень легко пробивают. За счет того, что у него есть какая-то, хоть какой-то ХП, он может за счет ХП танковать и стрелять. Но на нем не очень комфортно, вот честно. Его очень легко пробивает. Ягля 7. 1723. Хороший прям танк. Хороший. Но пробитие слабое. Т-20 лучше по пробитию. И увидите, урон лучше. У него голдовое пробитие, вот Т-20 лучше. Вот. За счет этого как бы и больше урона. Потому что на Ягля 7 ты не все пробиваешь. Очень тяжело все это дается. Какие-то моменты. 13.57. Хорош по свету и по урону. Конечно, монстр тоже на 2 недели в аренду с Twitch Prime.
Ну и все. Смотрите, здесь особо нечего. Руди. Высокий процент побед на Руди у меня 69. 69. 59. Ну это шестые уровни, как бы там что, изи играть. Но средний урон так себе. Все. Для меня топ-1, если брать, это 50 ТП прототип на первом месте. На втором месте у меня получается само СМ. На втором месте, на третьем месте у меня Центурион 5-1 Рак. На четвертое место я поставлю советский 130PM. И на пятое место я поставлю из оставшейся, скорее всего, ну, а мы, хотелось бы, а мы с М449, за счет того, что он фармит замечательно. Но кого можно поставить прямо на пятое место среди ЛТ? ЛТ, я говорю, прям там. Чисто в моем рейтинге. Пускай будет ЛТ-432. Потому что я как бы хочу на нем просто какое-то время найти, чтобы на нем 3 отметки играть. Ну, 2-3 отметки. 3 отметки, наверное, вряд ли сделаю. Вот. Но, скорее всего, мне кажется, он мне понравится. Просто пока боев мало. Ну и все. Слишком видео затянулось, вроде как начиналось с коробок, но затянулось. А почему? Потому что подключайте Twitch Prime. У меня все эти приптанки многие именно получены благодаря Twitch Prime. Подключайтесь к Twitch Prime. На этом все. Всем спасибо. Всем пока-пока.